и говорим, что многодетная мать Кристина Якомасова воспитывает детей в совершенно непригодных для жизни условиях. С этим вопросом она обратилась к мэру Магадана Юрию Грюшину на ежемесячном приеме граждан. Ей выделили комнату в общежитии по улице Шандора Шимича. По словам женщины, находиться там с детьми невозможно. Квартира убитая. Мы не против, в принципе, автотека, но просто там нужно делать всю квартиру. А всю квартиру опять же делать, там нужно просто очень большие деньги. За счет того, что нужно вскрывать полы. А их нужно вскрывать, потому что когда поток был, там прямо на стенах видно, что вот так стояла вода в квартире. Вот так. Кристина Якомасова попросила помощи у градоначальника. Она хочет, чтобы ей выделили деньги на ремонт помещения или переселили в другое место. Юрий Гришан отметил, что очереди на квартиры большие. Людям приходится ждать по 20 лет, чтобы получить жилье. Однако он готов помочь Магаданке. Кто-то из этих людей, которые, может быть, готовы даже пойти на Колымскую еще куда-то, они еще должны подождать. Но с учетом того, что у вас все-таки исключительное положение, но мало того, что трое детей, все мало-мало меньше, а мы по одному-то имели, одну соску дать, это два памперса одеть, две соски дать, это понимаем, что непросто. Поэтому давайте мы продолжим поиск предложений. Мэр Магадана отметил, что до Нового года обещать ничего не может, потому что на поиск жилья нужно время. Кроме того, большинство квартир в плохом состоянии, поэтому восстанавливать ее придется. Кристина Якомасова готова сделать косметический ремонт. Юрий Гришан будет держать вопрос на контроле. Прием граждан мэр Магадана проводит раз в месяц.